Сашечка, ангел мой. Сейчас... А вы давно гуляете? А нет, мы приехали 10 минут назад. Я вам написала, что я тоже гуляю. А, мы зашли в торговый центр просто. Да. И все. И ты? Философа жди, а? Я особо не читаю обычно, если мы... Мия, друзья, это наша Мичка, с которой мы были в Путапарте и в Гоа, и она мой культурный гид по культурной стране, по культурной столице и странице, да. И странице, да. И странице. И какие у нас сегодня планы, Мичка? Мариинку. Мариинка. На Жизель. Балет Жизель. Эпоха романтизма, невероятно мистический, с потусторонней, двоемилия, и наши потусторонние. Саша никогда не был на балете. Never been балет, да, Дарлин? Ему почти 200 лет, Жизели. Он был поставлен очень... В общем, он... ему почти 200 лет уже, этому балету. Так, и сейчас мы куда направляемся? Дальше? Зайку. Зайка. Да. А ты знаешь, что значит зайка? Зайка-то, оказывается, вкусно. Не зайка, да, а вкусно или вкус. Зайка. Зайка. Зайка – это вроде бы урду ленгвич. Вы не устали? Нет, мы такие счастливые. Зайки мы наденем на Саши бабочку. Да. She will put a tight for you. In зайка. А до зайки тут пешком, да? Нет, она же у Мариинского зайка, мы где-то сейчас... Может быть, такси возьмем тогда? Мы сейчас проедем чуть-чуть, да? Или автобус, да, или такси? Автобус и трамвай, там у нас почти все идет. А такси-то, в принципе, по той же цене получится нам. По той же цене, давай, да. Вызовем такси. Откуда здесь лучше вызвать? Very хорошо, очень хорошо. Здорово. Happy here. За тобой такой веселый кролик. А, понятно. А так-то да. А так-то да. Путапарти очень жарко. Гоа жарко. А здесь сегодня холодно. Нет, хорошо, отлично. Маша Даша. Маша Даша. Какой у нас номер? 849. Да. 849? Да. Почти как песня. Так, он откуда едет-то, ты хоть понимаешь? Нет. Ага. В ресторане Possible, говорит, он готов кушать. А, how long? Как вы давно из дома? It is just like when you go to temple, ну, из дома мы не так pray. Давно. You know, when you go temple, you do. Но сегодня у меня, знаешь, чего случилось? Я стала его наглаживать, и у меня сломался утюг. Я говорю, езжай в ленту за утюгом. И он поехал в ленту, купил мне новый утюг. Вот, и, в общем, пока вернулся туда-сюда... Я его догладила, но он говорит, что мы возьмем этот сломанный утюг в Путапарте, и он там его отремонтирует. Так, а когда я вообще гладила, я I never iron in Путапарте. We have special people. Вести за семеро морей сломанный утюг, это, конечно... Мичка, здесь вот где-то Бомбей, да, ресторан? Да. Ох, Мумбай, по-моему. Ох, Мумбай. Вот на углу. But мы не поехали. Юсупов Палас. Юсуповский дворец. У них было 59 дворцов. Представляешь, какая интересная семья. Интересная семья. Запутаешься. Тут в одной квартире не помнишь, где что лежит. А 59 дворцов. Вот попробуй.
все это. Мы, кажется, уже близко. Ты здесь это вивил бы тут. Театральная площадь. Да, да, мы были на корабликах, я им показывала, куда мы пойдем. Метро стоит рядом. Где? Прямо у Мариинского склада. Вот вторая сцена, Мариинский 2. И где-то здесь вот недалеко Зайка, да, этот? Да. Вот, по-моему, где-то между заборами, вот этими. Между заборами. А вот 31, мы уже можем останавливаться. Да. Зайка. Зайка. Business lunch from 200 rubles. Indian lunch. I will come one time. One time you come. This is a metro near, no? Later, they will make. А, ты заказывала столик? Да, а тебя не поняли и весь ресторан, да? Выбиваем листочки. А, нет, девушки. Так, можно еще тот зал сходить? They have one more also. Здесь хорошо, говорит. Давай посмотрим. Он лиси. Здесь темновато как-то. Так. Здравствуйте, мы туда. Саши Джи, да. Выбирай местечко его. А хочешь туда? Да, хочу туда. Мне надо, чтобы падал свет на него и на тебя. Поэтому я предпочитаю, чтобы вы сидели напротив всех. Все, мы будем напротив. Вот сарковая. Как тебя зовут? Абишек. Абишек. Нашего племянника тоже Абишек зовут. Ава, yes. Your brother son, Абишек. У нас были рестораны в другом. Дели Дарбаре не были? Нет. Дели Дарбаре где это? На Чайковской. На Чайковского? They have one more ресторан. Дели Дарбар. Я обязательно закажу, если у них есть мороженое в апельсине. У вас когда-то мы здесь были, и было десерт мороженое в апельсине. Такое есть, да? Мне очень нравится, я закажу. А я хочу чего-нибудь очень индийского. Ну, очень вкусного. Да, индийского, ага. Сейчас мы выберем, 5 минуточек. Угу. Вот мне вот это вот очень хочется, мороженое в, в апельсине. Я пробовала, потом дома это делала. Мы сейчас у него спросим, в чем секрет. Это нам... Лассе. Нью-Дели показывают. Мэн Базар, по-моему. О. Мэн Базар, Саша. Я. Да? Да. Пойду-ка я расчешусь, а то он наверное... Еще пусть будет Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Саши. Покажи. Так. How lucky I am, darling. Да, какой да? Счастливый. Thank you, Krishna, for giving me royal life. Thank you, Krishna, for royal life, for beautiful friends. So nice, my God. Саши, тебе... Ой, how many? Итальянский шелк под любые сомнения. Italian silk for any shorts. Этот, говорит, по-моему, сочетается. Да, очень сочетается. И вот этот, да, очень хорошо сочетается. И даже этот хорошо сочетается. Какой-нибудь. Ну, вот этот, да, он выбрал. Ручная работа, Саша. Handmade. No, really? She made? Yes. Oh, wow, bravo.
Она, говорит, делала, она... Я делала. Я по-немецки заговорила. Мама, she can make so I can sell in India. Я, говорит, в Индии могу продать. You make in Goa, we can set a beach. Это для тебя. This is this magic for you, for happiness. I know. Мама, I want to hug her more, okay? Да, конечно, окей, окей. Еще, говорит, хочу обнять. Там все регуляции. Тут регулятор. Мама, I would like to see you make photo and show me. Да, сейчас сделаю еще фото. Мы такие, да, мы такие счастливые благодаря этому каналу. У нас так много вот таких вот прекрасных ангелов, друзей. Вот Мия, это уже 5 лет, наверное, в нашей жизни, как впорхнула. Мы очень счастливы. Для тебя вкуснота и прочее, и для девчонок. Но я потом вам после театра это отдам, не волнуйтесь. Прям. Не волнуйтесь? Ну да. как же не волноваться теперь? Будем волноваться. Это защита от дождя, я ее выкину, пожалуйста. Почему выкинешь? В Питере всегда защита от дождя нужна. Мама, сядь в фото. Саша здесь был? Зайка, Саша? Нет, никогда. И я-то в «Зайке» только, по-моему, один раз была с тобой, да? Да прекрасно. Handsome, very beautiful. И даже кепочка сочетается. But out a little bit now this cap. Давай, спрячем. И сейчас тогда я вас еще раз one more time make photo. Надо давай. Мы отсюда не видим, как... Ага. Yeah. Это же как Лагерфельд прямо, помнишь, был? Да. Такой да. Вот Саши, look like Лагерфельд, модельер. Да, похож. Ну и что, Лагерфельд тоже был old man, but he was beautiful, handsome, да? Ну и что, Лагерфельд тоже был old man. Нет, что сказать. Я жена, мне можно брякать. Брякай, но уверенно. Very good work. И в MAPS ему пошили 2 таких пиджака, один темно-зеленый. Мужской пиджак, блин, сложная работа очень, ну, высокопрофессиональный должен быть человек. Я тоже. Посадить, вот, поясну, для чего пояс, чтобы вот все просто стать подчеркнуло. Хорошо. Я удивилась, что он решил заказать, я думала, в Индии особо не умеют очень шить так вот красивый. Хорошо. И причем взяли вместе с материалом за 2 пиджака, по-моему, всего 7 тысяч. Это так дешево, на самом деле, меньше $100. Вот. А сорочку? Очень красиво. А сорочка, да, 100 рупий на мейн-базаре, да, за 100 рупий. Причем они, по-моему, из Перу, ну, во всяком случае, ярлычок. Привезли. Саша готов 2 часа смотреть? Ну, там красиво будет. Ну, он спрашивал, говорит, 2 часа? 2 часа. Он готов. С одним антрактом. Я говорю, мы оперу как-то 5 часов уже смотрели, да? Что мы с тобой? А где жгли там, да? Где? Так, подожди, про времена Петра, по-моему, да? Так, что же мы с тобой смотрели? Тайная сила. В общем, просто, да, но там... Да. Название вылетело. Вот которое меня самое первое тогда потрясло, помнишь, огненный ангел? До сих пор помню, чуть ли не каждого вот, демона. Вот понимаешь? Угу. Как произвело впечатление, сила искусства, конечно. А Жизель тоже. Это такая история, она же вдохновила. Давай, рассказывай. Многих, да. Угу. Ну вот это вот уже с... Да, вот уже классицизм такой немножко отошел. Причем Тальоне, которая здесь танцевала, в Париже была премьера в 1800 каком-то году, я не помню вот цифру, через год уже была премьера в Петербурге. И укоротили юбки, танцевали совсем в длинных юбках, а тут вот уже для этого балета укоротили. Был скандал даже, потому что, ну, немыслимо, ножки показывать, даже часть там щиколотки или что-то. И
такая мода пошла, одевались как Жизель, ну, с прическу делали, то есть это вот бум-бум был, он просто был спектакль чувственный очень. Потому что классицизм немножко застывшее такое вот состояние, очень много поз было, вот. А тут вот эмоции. И... А кто дирижер? А сейчас все узнаем, да. Угу. Как-то вот в прошлом году было легче, а сейчас, видимо, народ немножко больше путешествует. Это сложно, вот, да. Сложно, да, достать билеты сейчас очень сейчас, сложно. Да, сейчас фестиваль начался, вот «Белые ночи», и прям я стала писать. Она пишет, ой-ой-ой, у нас вообще аншлаги. Вот, и я написала, что хочется на балет, и хотела и в выходной, но дали вот в понедельник. А у тебя выходной свободен, а будни заняты, да? У меня такой график скользящий. Угу. Чик-чик-чик. А сейчас он еще совсем скользящий. Многие уезжают отдыхать куда-то, ну, продавцы. Угу. И подмена такая вот. Ага. Внезапно говорит, а подмени меня, а подмени. И, в общем, все вот так вот. Ага. Поэтому я не успеваю с дошивками. Ну, в общем... Такой красивый у тебя топик. Топик? Потрясающей красоты. Топик-мопик. Да, у меня их угу. На всякий случай. Прямо немножко, вообще. Немножко, штук 7-8 раз. Немножко? Да. Я очень красиво. Ты обратила внимание, подушки все с совами. Пойдем посмотрим, что там у них. Давай. Я думала, собака, это олень с рогами. Олень, а рога-то какие прикольные. А ножки-то, да. А внешность у него про любовь что-то такое. Про любовь? Да. Ну, видишь, он такой вот воспламененный. И лампы такие вот индийского дизайна, да? Да, вот они висят, жалко их включились. 8 штучек. И везде такие подушечки с совушками. Это Кришна, да, наверное? Кришна, ты представляешь, у Кришны детей не было. Детей не было, не осталось от Кришны никаких потомков. Вот так. А пошли вот в прихожей посмотрим еще раджастанские. А мы можем ее. Ой, а вот уже еще целые. Сливы из дерева, да? Да. Раджастане стайл. Птичка такая. Экскурсия. Лягушка. Это липакша. Липакша, орел такой. Липакша, да? А это не орел, это как коршун может. Коршун, беркут, кто-то беркут. Такой, да. Упунг стоит. Олдманг, да. Белый. Мумбай джин. Ага. Покажи сумочку. Теперь хожу с ней в театр. О, красота неземная. Угу. А в Путапарте ты тоже какую-то покупала клатч, ну, театральный? Ты. Да, вышли. Нет? Угу. Носишь? Она гуляет по театрам? Еще не гуляла. Не гуляла? Какая дискриминация. Не, ну Саши вообще прямо, вообще хэндсом. Ты прям вообще хэндсом. Саши очень идет. Ему идет, да. Саши аристократ, рожден в пиджаке. I sometimes speak to people when they ask me. I always say, I'm enjoying my old age very much, because I'm more relaxed. Он говорит, я иногда говорю людям, что я наслаждаюсь своей старостью, потому что я больше расслаблен сейчас. И думаю, может быть, не только я, может быть, все. Когда мы молодые, у нас очень много экшен, движения, бежать надо, делать, работать.
Я наслаждаюсь своей старостью. И номер один, у меня нет желаний. Когда я был моложе, однажды в Америке я поехал мыть свою машину. Они 30 минут заняла, это вот помывка. Я увидел новую машину у них в шоуруме. Я говорю, сколько? А он говорит, поехали на драйв-тест, покатаемся. Конечно, говорит. Это был Мерседес. Конечно, говорит, на любой машине классно. Моя машина, которая мылась, ей было всего год. А эти дилеры в Америке, они очень умные. Они обещают, что Мерседесы будут они за бесплатно мыть. Но в других местах только $7 это стоило помыть. А они говорят, а вам бесплатно. И ты на всякий случай присматриваешь что-нибудь новое. И я купил, пока старую машину мыл, новую купил. В этом бы возрасте я ни за что бы так не повелся. Я говорит, лучше больше пищи куплю для бедных людей. Поторез, короче, был такой. Мне, говорит, нравится сейчас, если кто-то голодный, нравится купить еды для них. А когда я был в Японии, в Америке, у меня не было шанса увидеть кого-то вот голодного, страдающего. Это другая жизнь. Мне нравится проводить свое время в Индии. Я говорю, я помогаю многим иностранцам. Людям нужны улыбки, поддержка. Я учился многому в моем прошлом, но сейчас больше наслаждаюсь этим возрастом. Ну, надо one more glass for you, I will share with you. Cold? Давай тест. Ну, Пытаюсь, ну что поделать уже? Уже ice. Ничего не поделать. А что он такой зелененький? Там же мята. Понятно. Там же мята. Кумин. Кумин. Потом зардила чуть-чуть. Газированная вода, сахар и сироп. И немножко льда. Ну ладно, сегодня... Очень зайка, да. Сегодня отступлю от своих этих, я же теперь поддалась влиянию сына и стараюсь следить за питанием, конечно, не сказать, чтобы слежу, но стараюсь от кое-чего отказываться. Очень получается, результат просто шедевральный. Это да ладно. Это настолько короткий срок, это вот там, по-другому кожа вообще выглядит вообще. Да? Спасибо. Это имеет смысл, вот да. Ну, он вдохновляет, я конечно. Подумала. Ну, то, вот я тоже говорю, Сереж, я же чернослив в шоколаде, курага в шоколаде, вот это все я дорвалась. Он говорит, ну, ничего, ешь свои конфетки, доешь и больше не покупай. Такой подход мне понравился. Не совсем уж жестоко отняли конфетки. То есть надо чуть-чуть так, по чуть-чуть градус понижать, понижать? Да, да. Потому что когда берешься фанатично, то, конечно, какое-то время несешься фанатично в этом деле, а потом бросаешь. Панир Пакора, да? Yeah. Угу. Ой, какие хорошие. Какие веселенькие, мама, посмотри. Мама, holding your hand. Какая красота. Какая красота. Это панир матер? Yeah, панир матер. Yeah. Ну что, давайте, да, давайте попробуем. Да, Саша, вкусно? Вкусно. По-индийски. Ну что, чтобы руками едим, да? Да.
это же правильно, когда руками, потому что есть же там какая-то причина. Старенькие не просто так придумали систему, что руками полезно есть, правильно? А все достаточно, Саша. Руками есть полезно, и очень даже. Так, ложечки, ложечки есть еще для... Спасибо. Спасибо. Там есть вилочка, ложечка там. Вилочка есть, а ложечку нам принесут. Вкуснота, да. Только очень перчено, мы все рыдаем. Я не знаю. Вы не рыдаете? Краинг, краинг? Спасибо. For me, no, maybe later. Я, говорит, не рыдаю, но может потом. Что там? Лучок. А лучок, пожалуй, на балет-то нам не надо. Не надо? А, папа будет, да? Пускай кушает. Это же красный лук тоже полезен. А мы в балет идем. Ничего страшного. Мы будем дышать на соседей. Я вам кардамончиком подошел, чтобы после того не мы в ложе будем. В своей ложе, да? В домике. У вас будет карим пахнет. Да? Все пришли сюда. Вот какая у него была бабочка. А это вот ты шаль дарила мне. Она в Непал поехала, эта шаль. И я вот в ней Новый год отмечала и день рождения. Это в Непале? Да, это мы в Непале. Это вот он вывез свой пиджак с бабочкой, а я вывезла шаль с платьем. После какой-то твоей фразы я что-то спросила про Непал, и ты что-то так с выдохом душевно сказала, что я поняла, что очень хочу, в Непал. Хочу вот это познать, да, вот. Мне там очень понравилось. Познай самую себя. У меня когда так, такое было, как якоря такие. Один человек мне как-то про Венецию рассказывал. И я поняла, вот, что так же хочу, свесив ноги в большой канал, сидеть и что-то там такое вообще. Ну, свесила? Не то слово. Я как приехала в Венецию, с железнодорожной станции, купила моцареллу, домашнее вино, пакетик такой, пошла искать местечко. Нашла, свесила ноги, отобедала, и мимо меня приплывали вот эти гондолы всякие. И я вот просто поняла, что прям вот... Ты выполнила. Этот секретик свой заземлила, да. Закрыла намасте. Гештальт. Это называется гулаб джамун. Гулаб джамун. Гулаб джамун. Да, сами демсел. А он сказал ему, что они делают сами здесь в ресторане этот гулаб джамун. Его тоже немножечко. Прорыдался он от специй. Это, наверное, самое перченое было, да, еда в моей жизни. Вот неожиданно. А то я не чувствую, потому что... Да. В прошлый раз не было так перченое, это что-то вот такое. Да, да. Он увидел Саши, он... Ну, решил, что да, в принципе, индийцы, они же любят. У них мало того, что вот такого принесут, такое перченое, так еще лежит миска с красным перцем. И докладывай, если хочешь. Или просто перец дают этими стручками. Да? I bought one umbrella today. Yeah. Без сахара нам, да, без сахара. Ну, Саши потом сахар ему отдельно. And they will pick me up, and давай свою ложечку, иди сюда. Давай, пожалуйста. И Саши надо. Ну попробуй. Да, Кашмир. А на Чайковского где у вас еще ресторан? 75. Дели Дарбар называется. Дели Дарбар. Сходить там тоже уютно, большой ресторан, красиво там. Мы недавно, как раз кажется, были на Чайковского. Абишек. Он, оказывается, наш зритель. Саши сказал, что он нас смотрит, он нас знает, и я, говорит, смотрел, как выходили другие рестораны. No, we
No, too fat. Need to do some dancing, yeah. А я думаю, что это он танцует, растанцевался, а это вон чего. These all Bollywood actors, they learn special dancing by very famous teacher, who teach to all actors. Все болливудские актеры учатся танцевать у очень известных учителей, которые учат вот всех болливудских звезд. Очень, очень известный учитель, он такой толстый, говорит. Ой. Но, наверное, я сегодня себя не буду ругать за то, что я нарушила свои шаги. Самое главное сказать себе... Я ничего не нарушила, я такая молодец. Нет, все во благо. Иногда надо, иногда я достойна мороженого в апельсиновой корочке. А Саши говорит, прям как настоящий апельсин выглядит. Говорит, так это и есть настоящий замороженный. Бай-бай. Все, давай, бай-бай. Ждем снова вас. И если есть желающие работников, пожалуйста, добро пожаловать. Да, кстати, девушки, они ищут помощник, официанты. Приходите, все. Приходите в Зайку. Да. 30. Угу. Ой, какой счастливый вечер. Давай. So happy evening. О, в Зайку девушка, нет? Зайку. Девочка промахнулась. Ой, а у вас там бассейн? Да, это же здесь железка-то. А там можно купаться? Можно всем, да. Да. Сейчас хочешь? А мы не опоздаем? Ну, если нас купнул, если быстренько. И все, и мокро пойти. Я купальник забыла. На Жизель. А там как раз, да, созвучно, либретто.